Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня я вам покажу эластичный способ закрытия петель. Я думаю, многие с ним знакомы, но я показываю для новичков. И два, как бы, способ один эластичный, но два варианта, как бы, его исполнения. При помощи спицы и при помощи крючка. Итак, девчонки, закрываем при помощи накида по узору. При помощи спицы, значит, первую петлю я снимаю, это кромочная. Далее смотрим, у меня лицевая петля. Если лицевая петля, делаю накид к себе и провязываю эту петлю. Далее ее же продеваем через накид и через первую петлю. Далее изнаночная петля, делаем накид от себя, провязываем изнаночную, продеваем ее через накид и через первую петлю. Такое получается двойное продевание. Изнаночная петля, накид от себя, провязываем петлю и продеваем. Лицевая петля, накид к себе, провязываем лицевую, продеваем через накид и через первую петлю. И так до конца вязания. Способ этот хорош, конечно же, для шапок, для свитеров, если вяжем мы сверху, да, чтобы резинка была эластичная. Вот также его можно использовать на резинку 1 на 1, 3 на 3, там что, как угодно, на любую резинку. Вот такое получается закрытие. Мы видим, что оно складывается в резиночку здесь красиво. Вот нитки плотные, поэтому вот так вот это выглядит. И теперь то же самое, но только при помощи крючка. Здесь получается эффект тот же, но выполнение другое. Вернее, ну, крючком. В общем, первую петлю, опять же, мы снимаем. Смотрим, лицевая петля, значит, накид к себе. Петлю провязываю лицевой. И далее вот эту петлю я протягиваю через 2 крючком. Здесь у меня изнаночная, накид от себя, изнаночную провязываю крючком и протягиваю петлю через 2 петли. То есть здесь получается то же самое, но быстрее, мне кажется, и удобнее. Раз, и протянула здесь к себе, раз, и протянула. Здесь вот немножечко неудобно. Себе раз, сзади удобнее. Сейчас покажу, девчонки. Здесь у меня изнаночная. Хотя вот этот накид к себе от себя особой роли не играет. Ну да ладно, давайте покажу вам лицевую к себе, лицевая. И вот если сюда перевернуть, вот так вот она протягивается, то есть с изнанки. Видите, я захватываю и протягиваю сзади, как бы. Здесь изнаночная. То есть все то же самое по технике, как бы, но крючком это все захватывается быстрее. И удобнее. Сейчас подождите, я вас... Ой. Вот лицевая неудобнее. А ну давайте я попробую с классическим. Не к себе накидом, будет ли какая-то разница или нет. Сейчас мы с вами и проверим. Потому что, как бы, в книгах пишут, что к себе от себя. Но я, мне кажется, что разницы по сути никакой нет. Так, значит, лицевая петля. Здесь мы видим, да, вот так вот она выглядит. Сейчас посмотрим, будет ли какая разница. Накид. Лицевая, вот продеть ее удобнее, накид
лицевая провязать. Мы видим, что удобнее, а разницы-то нет, девчонки. Так что не заморачивайтесь с накидом к себе от себя. Вот правда, вот некоторые вещи просто не имеют как бы под собой никакой обоснованности. Единственное, что вязать узор по узору, да. Ну, хотя есть разница, смотрите, есть, все-таки есть, девчонки, разница. Видите, вот здесь вот так вот выглядит, как бы. Сейчас я вам скажу, есть разница или нет. Складывается как бы в резинку. Вот здесь, кстати, даже, мне кажется, вот это вот выглядит лучше. Вот что вы мне скажете? Вот к себе, а вот от себя классический накид. Не знаю. Вот напишите мне, чтобы, хотя здесь она более выпуклая сюда. Возможно, поэтому это так вот. Сейчас довяжу. Все-таки довяжу до конца, и мы сравним с вами. Видите, я здесь делаю накид как хочу. Единственное, что вот протягивать легче, если просто классический накид, без никаких к себе, от себя. Так, смотрим, есть разница, я уже вижу, вот смотрите, вот это, где я чередовала к себе, от себя, вот оно сложилось, прям сложилось красиво, а вот здесь вот не сложилось, то есть, девчонки, разница все-таки есть. Она не такая, да, есть разница, видите, здесь растянулась и вот так вот стоит колом. Нет, девчонки, все-таки это важно, поэтому на лицевой петле накид к себе, на изнаночной петле накид классический от себя. Все, девчоночки, на сегодня все, эластичны они оба, как бы, видите, тянутся, вот. С вами была Вика, школа рукоделия. Видите, есть разница. Есть разница. Всем пока-пока.